А это логотип, бренд Эссе. Может быть, кто-то видел это вино в продаже. Я сделал, значит, вот такое вот написание для... Ну, это торговая марка, которую я сделал кистью. Мало того, мне заказчик именно заказывал, чтобы я именно сделал каллиграфию, и такую свободную. Я очень много сделал эскизов, и все эскизы ему отдал. И заказчики смотрели месяц, гоняли на экране, не могли выбрать. И опять же, вот я удивился, что они выбрали именно это решение, потому что там было очень много разных симпатичных историй, решений, но они были правы, потому что здесь есть вот эта опять симметрия, которой невозможно создать логотип из этих четырех букв. Почти невозможно, но это получилось. Потому что когда мне сказали, у нас будет называться проект «Эссе», я обрадовался, думаю, о, четыре буквы, да еще и латинские, это я легко сделаю. Но на самом деле, когда я стал это делать, появились сложности. То есть две «С», такие гуси получаются. Они же вроде красивые сами по себе, но когда буква парная, то там появляется уже подобие. Да? Они начинают сложно друг с другом сосуществовать. И буковки «Е» тоже одинаковые. И здесь это, я делал конструктивный, все-таки приходил к какому-то решению. Потом делал, все-таки опять возвращался к каллиграфии. Но вот в этой ситуации здесь, как вы видите, два типа написания. Одно начинается ЕС, потом оно вдруг прерывается по своей пластике, останавливается и дописывается уже немножко по-другому. И вот этот разрыв, он и есть смысловой. То есть так получилось фирменное написание, потому что это один тип письма, когда мы пишем в почерковом таком режиме, а то уже такой как бы печатный. Ну а потом это все, вот как оно существует и сейчас, на всех этикетках. И там большой-большой комплекс, я сделал фирменный стиль, там, и, ну и все. То есть буклеты, мы издали книгу о вине такую толстенную. То есть все это, я просто, об этом можно читать отдельную лекцию, но я вам так просто показываю, как вообще это все выглядит. И буклет. Это вот разворот буклета формата А3, в котором бутылка соседствует с типографикой свободной. И когда мне попросили сделать буклет, кроме сфотографированной бутылки ничего не было. Вот. И здесь, значит, мне пришлось что-то придумывать. И я понял, что есть бутылка, есть написанный там логотип, его основа, и есть, значит, и я буду тогда писать все тексты, которые они мне дали, прямо от руки на большом формате. Но я писал эти тексты не просто какими-то специальными перьями, а наоборот, поломанными какими-то палками. И вот получалась такая интересная история.